Всем привет, меня зовут Серега, Сайбербанана. И нас уже 11 тысяч человек. Спасибо каждому, спасибо лично тебе. Ты просто лучший. Ну а сегодня я подготовил для тебя лайфхакерский, читерский ник. Ну что, готов? С тебя лайкусик, подписочка, колокольчик. И в конце я еще с этим ником сыграю. И ты посмотришь, что батя может. Окей? Поехали, начинаем. Что это за читерский такой ник, спросишь ты? Простыми словами, когда ты играешь и нажимаешь на кнопки VASD, у тебя клантек меняется и пишет Валхак, Аимбо, Тобанихоп и так далее. Давай, начну, покажу, как это делается. Смотри, первым делом заходишь, ну, обычно Steam, после чего находишь здесь группы. После того, как ты зашел в группы, вот здесь есть сзади меня, сейчас я подвинусь, подожди. Вот это, найти группу. Нажимаешь сюда, и после чего пишешь анимированный ник. Поехали. Все, у тебя прилетают вот такие из поисковика такие темы. Находишь вот это вот анимированный ник читы 1, 2, 3 и 4. Заходишь туда, в каждый. Нажимать можно на колесико, чтобы вот, ну, открывалась отдельная вкладка на мышке. Оп, вот сверху они все появились, все 4 штучки. Вступаешь в каждый, присоединиться на вторую, присоединиться на третью, присоединиться и на четвертую также присоединиться. Все просто. Это все закрываем, нам больше не нужно, мы уже присоединились. Заходим в самый первый, и здесь будет написано, что надо нам вставить будет в конфиг. Вот эта команда, он сзади меня. Копируешь, и поехали, знаешь куда? На Бали. Я бы рванул. Ну ладно, заходим, значит, локальный диск C. Опять. Короче, летим к нам в конфиг. После чего Program Files. Если у тебя вдруг в каком-то другом месте, заходи туда. Дальше что? User Data. Дальше вот мои циферки моего конфига. Local, KFG. Заходишь сюда. После чего вставляешь в конфиг в тот, в котором ты играешь. Допустим, если ты играешь в Cyberbanana KFG, то ты можешь поставить именно туда. Ну, возьмем стандарт, конфиг. Нет, давай ко мне зайдем. Давай все-таки зайдем, у меня там кто-то подгончик в стиме сделал четко. Зайдем в Cyberbanana KFG и в самом конце, просто в самом конце, вот так вот сделаем и вставим вот эти кнопочки. VASD вставил, закрываешь, сохранить, готово. И, кстати, пока мы не зашли в Counter-Strike, хочу тебе сказать, что первая ссылочка в описании, конкурс для тебя специально подготовил. Давай завтра, уже завтра розыгрыш. Завтра будет еще стрим, залетай, покатаем, повеселимся. Ты покажешь мне свой скилл, и я покажу тебе свой скилл. Отличненько, теперь что мы делаем? Заходим в Counter-Strike. Опаньки, юспик. Подгончик вовремя. Ну, надо его сразу туда поставить. Пока мы там делали видосик, мне что-то вкусненькое подогнали. Отлично. Ну что, теперь что мы делаем? А мы заходим, значит, сначала прописываем exec. Учусь опять. Exec. Cyberbanana. Вставили. Отлично. Заходим с ботами и проверяем. Давай, соревновательный, мираж с ботами. Чисто проверить, работает или нет. Если да, все, залетаем в катку и всех уничтожаем. Смотри, каточка началась, мы нажимаем AIM3URBAN. Ой-ой-ой, слушай, а я становлюсь реально опасным. Это я нажимаю VASD. Круто? Четко. Но давай сделаем такое. Если вдруг у тебя, ты вставил все и у тебя не заработало, проще всего сделать так. Ты нажимаешь консоль и сюда вставляешь по очереди вот эти вот бинды. Также, вдруг, если ты не хочешь именно себе АИМ, вот эти банихоп и так далее, хочешь просто красиво, как меняются звездочки, то же самое, как я уже показывал. Заходим сюда, и вместо того, чтобы заходить в анимированный ник читы, ты заходишь в анимированный ник, допустим, звездочки. И звездочки будут также у тебя по очереди появляться. Также есть и короны, вот они. Точно так же с коронами. Один я когда-то видео делал, но оно не зашло. Я там сделал очень коротко его. Непонятно ничего. Поэтому сегодня я вам показываю, как замутить данный момент. Но с банихопами и валхаками выглядит круче всего. Ну, зацени. Ну, смотри, как прикольно. Ну что, теперь поехали. Зайдем в катку. Я сейчас еще ребят, своих подписчиков подтяну. Порубимся, поиграем, повеселимся. И зато ты посмотришь, как это выглядит в катке. Сразу говорю, в катке это дико бесит, когда кто-то вот с такими переливками в табе напрягает. Погнали. Мой клантек-то работает? Работает. Эй, лысый. Сходи, пописай. Сюда, родной.
сюда, куда ты? Нормально, минус 2, хорош. Хорошо, пацаны, умницы, просто красавчики, разобрали калаши. Так будет быстрый выход на Б, наверное, 100 пудов, поэтому... Волхак, на! Туда! Хорош, сюда, в этот раз триггер. Он мне там на дигле, что там есть? Орел из Зевс Флейми. И Сильвер. Выбираем, с чем мы будем играть. С Банихопом. Одного забрал, второй меня разменял. Хорош. Коннектор. Как они играют за Волда? Такие с коннектора не справились они втроем. Сюда, триггер, на. Мамит, возьмите кто-нибудь. Сюда, волхак, хорош. На, вхарю. Ой-ой-ой-ой. Нет! Топ мид есть. Два топ-мид. Сюда. Мне нужна флешка на мид, пацаны. Так, стрельни еще раз, стрельни еще раз. Стрельни еще раз. Ой-ой-ой, два. Дефьюзьте, у меня двое. Шорт один. Хорош. Тьфу, минус 2. А это, блин, не я убил его. Но все равно, было красиво. Ха-ха-ха, было близко. Хорош, да, сейчас его зарежут нахрен. Зарезали, куда, да куда ты едешь, брат, нормально. Все, я включаю режим берсеркера. Мне не важно, сколько у меня брони, мне не важно, сколько у меня здоровья, мне не важно, сколько у меня патронов, я буду разрывать. Минус. Сразу, кстати, что-то его не заметил. Ай-яй-яй-яй-яй, я так был близко, я видел его, мордочка торчала там. Я вижу, там в яме все сложно было, да, братан? Ну что, ребята, этим закончилась наша катка, также заканчивается наше видео. Вот вы видели, как это выглядело, видели, как всякие триггеры, фриггеры и люди реально напрягались. Настреляло, конечно, немного, 21 на 16, но это не важно. Важно, что я играл со своими подписчиками, вот их ники вы видите. Красавчики, молодцы, старались, кто-то даже 3 фрага набил, кто-то 8, а кто-то и 12. Было здорово, было весело, было прикольно. Не забывай, что первая ссылочка в описании — это розыгрыш, а завтра... уже итоги этого розыгрыша. Залетай на стрим, также покатаешь со мной, поприкалываемся, поугараем. Давай, пока-пока. И, кстати, посмотри вот это годное видео. Ну и подпишись.